Всем привет, меня зовут Лена, и я расскажу вам о погоде. Итак, будет дождь. Я не просто так взяла зонт. А возможно, будет не дождь, а дождь. Это не важно. Главное, что будет очень сильно лить. Поэтому берете зонтик, открываете его, и в таком виде все лето маршируете по вашему городу. На этом у меня все. Кстати, про солнце. Возможно, оно выйдет. Когда, пока неизвестно.